Приветствую вас на канале «Остроумно» канал самых оперативных, увлекательных, познавательных, интересных, а самое главное, актуальных и популярных новостей в сети. Как из 4 апельсинов сделать 9 литров сока? Никак. Спасибо за внимание. Да ну, это нереально вообще. Значит, на большую компанию пригодится, понятно. Нужно там только водярочки брать. 4 апельсина хорошо вымыть щеточкой, обдать кипятком, насухо вытереть, положить на 2 часа в морозилку, лучше на ночь. Нарезать некрупными кусками и пропустить через мясорубку. Залить получившуюся массу 3 литрами холодной кипяченой воды, дать настояться около 10 минут. Процедить через дуршлаг, потом процедить через марлю, сложенную в 5 слоев. Так, интересненько. В полученный сок добавить еще 6 литров воды и 1 килограмм сахара и 30 грамм лимонной кислоты. Все размешать, разлить по бутылкам, дать настояться около часа. На выходе получится 9 литров вкусного апельсинового сока. Из того, что осталось после процеживания, можно сварить варенье. Добавить по вкусу сахара, лимонной кислоты, варить в микроволновке под закрытой крышкой при температуре 5 минут, помешивая. Твою мать, прикольный рецепт. Во!